15 минут до конца урока, сидим, повторяем правила. Так, это нужно завязать здесь, а конец веревки на другой конец ручки. А, получилось! Получилось, получилось! Макс, что получилось? Ты выучил правила? Ну, наконец-то! А? Да, да, почти запомнил уже. Я сделал лук, представляете? Из старой ручки и резинки. Эх, только что стрелы никакой нет. Ого, Макс, круто! Слушай, к твоему луку подошла бы зубочистка, которая есть в столовой. Точно, спасибо, Рома! О, как раз звонок! Здравствуйте, можно мне, пожалуйста? Здравствуй, да, что тебе? Булочку, чай, компот, сок? Не, спасибо, я не голоден, можно мне пару зубочисток, а? Пару зубочисток? Конечно, пожалуйста, возьми. Спасибочки! Так, заряжаем. А, готово! Так, надо срочно где-то испробовать. А что если... Нет, да далековато, надо куда-то поближе попробовать. Перемена закончилась, вы звонок слышали? Тишина в классе, тишина. Учительница пришла. О, нет. Только не это. Что это? Что это такое прилетело? О, нет. Странно, это зубочистка, что ли? Кто кинул зубочистку в учителя? Макс, а ну стоять! Что это там у тебя? Учительница, где? У меня ничего нет в руках. О-ну-ну-ну-ну. А под ногами? Это что? Лук, сделанный своими руками. Так это ты учительницу обстреливаешь стрелами, да? Немедленно родителей к директору и вон из класса. Извините меня, пожалуйста, я не хотел вас стрелять. Вы просто зашли не вовремя. Я хотел его просто проверить. Я вообще даже не знал, что он стрелять так может. Я его сам сделал. Можно, родители, не надо к директору, а? Да? А если б ты мне в глаз попал? Тогда что бы я делала? Хорошо, я еще в очках. Это бы спасло. А если кому-то из ребят? Нет, нет, нет. Однозначно, родителей к директору. Эх, ладно, хорошо. Простите меня, пожалуйста, еще раз. Лопни шарик, выиграй приз. Лопни шарик, выиграй приз. Забери суперприз. Лопни шарик, выиграй приз. Подходите, не стесняйтесь. Всего 10 рублей одна игра. Чего сразу к директору? Подумаешь, я вообще не специально все это сделала, случайно. О, а что это там? Лопни шарик, выиграй приз. Ого, а чем лопать-то надо? Зубочистками, что ли? Ну, наконец-то. Тебе, как первому клиенту, даю 2 раза попробовать. Давай, 10 рублей, стреляй. Зубочистками вот этими нужно попасть в шарик воздушный. Да так, чтобы он лопнул. 3 шарика подряд выбьешь, получишь суперприз. Или шарик со Skittles, или вот эта мармеладная рулетка. 3 шарика выбить? Хм, интересненько. 3, наверное, не получится, слишком сложно. Но целый шарик Skittles или набор мармеладной игры выиграть хотелось бы. Особенно мармеладные игры. Я бы с Катей поиграл. Колы или кошачий корм, клубника или свежая кровь. Арбуз или сопли. Отлично. Так у меня же есть специальный лук для зубочисток. Им-то я точно смогу попасть в цель. Слушайте, дяденька, у меня к вам предложение. Давайте я куплю у вас 3 игры, но стрелять я буду не вашими зубочистками. Точнее, вашими, но с помощью своего приспособления, а? Приспособление? А что это? Обычная ручка с натянутой резинкой. Ха-ха. Так себе устройство для прицеливания. Давай, с ним ты точно ни одной цели не поразишь. Ну что, начинай. Лопни шарик, выиграй приз. Держите денежки, посмотрим. В классе я попал так-то, прямо в учителя. Правда, целился не туда. Ну ладно. Ну ладно, давайте попробуем. Самое главное в этом деле хорошо прицелиться. Какой бы шарик мне лопнуть? Попробую вот этот большой, в него легче попасть, чем вон в тот зеленый. Потому что он меньше. Так, пошел! Да ладно, это случайность. Один шарик всегда удается кому-то лопнуть. Ты 3 попробуй. А я 3 буду пробовать, потому что мне интересен только главный приз. Давайте попробуем вот этот рыженький. Блин! Есть! Так, перезаряжаем. И розовый! Ну что, дяденька, мармеладные игры теперь мои. Я выбил у вас 3 шарика. Да ты что, не может быть, ну-ка. 1, 2. 1, 2 я только вижу, а где 3-й? Вон там. 3 шара разбил.
Главный приз, да я разорился! Зачем я тебе разрешил с этого луга стрелять? Не день, а какая-то ерунда! Слушай, мальчик, а давай я тебе лучше конфетку дам, и ты пойдешь домой. Главный приз не получишь ты сегодня. Это еще почему? Я выполнил все ваши правила. И 3 шарика лопнул. Хотите еще один лопну? Вот, смотрите. Ой, мимо, блин. Это не считается. По вашим правилам 3 шарика. 3 я выбил. Мармеладные игры мои. А если не отдадите, мне придется обратиться в полицию. Вы обманываете граждан. Эх, ладно, давай только знаешь, как поступим. Ты мне свой лук, а я тебе тогда набор мармеладных игр. Лук? Ну ладно, я себе еще сделаю, это не сложно. Забирайте. А мне мармеладную рулетку. До свидания, дяденька, спасибо за игру. Как я сегодня отлично из школы до дома дошел. Так, что я должен съесть? Клубника или свежая кровь? Фу, какая кстати, насчет свежей крови. Мне же нужно маме как-то сказать, что ее к директору вызывают. Нет. О, как же я устала. Мам, ты Катю и Дианку не видела? О, кстати, Даник, пойдешь со мной играть? Макс, мне кажется, они в своей комнате. Ну что, как сегодня в школе? Как день прошел? Мам, тут такое дело небольшое. Тебе нужно завтра в школу прийти. В школу прийти? А зачем? Собрание будет, что ли? Собрание? Ну, почти, мам. Только на собрание будешь ты одна. Там классная руководительница хочет с тобой что-то поговорить. И о чем же она, интересно, хочет со мной поговорить? Мам, представляешь, я когда из школы шел, я мармеладные игры выиграл. Там дяденька стоял, нужно было шарик лопнуть. Вот, а я лук такой в школе сделал. Ой. Ну, с этого места поподробнее. Ну так я и говорю, этот, мармеладную рулетку выиграл. А в школу тебя вызывают из-за того, что я в школе лук сделал. И стрелы из зубочисток. И когда пристреливал его, учительница случайно зашла в класс, и стрела попала ей в голову. Что? Макс! Мам, ну зачем так кричать-то? Ну я ей извинился перед ней. Я ей сказал, что ей не специально. Мама! Ну-ка покажи, что это за лук такой? Ты ведь убить кого-то мог? Не мог, он из ручки сделан, игрушечный почти, только что стреляет. И я его дядьке отдал, тот, который мне отдал суперприз, когда я шарики лопал. Мам, можно мы поиграем? Ну поиграйте. А завтра, когда я схожу к директору, я посмотрю, что мне с тобой сделать. Маленький ты изобретатель, это же надо. Мам, да я просто слишком любопытный, виноват я что ли? Итак, девочки, крутите рулетку, кто следующий? Я следующий, так, что же мне достанется? И это, ой, как плохо крутанулось. Ванильное мороженое или поношенные носки. Фу, какая гадость. Ну что, давай открывай коробку, пробуй конфету своего цвета. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Не забывайте подписываться на наш канал на Рутьюб и на Яндекс.Дзен, чтобы не потерять нашу веселую семейку.